Всем гонфлат, пацаны! Сегодня у нас максимально счастливый бит, и в нем мы разберем все мелодии, все биточки, все басочки. И меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод. Приступаем. Первым делом темп 160 ударов в минуту, затем наш скейл на сегодня это G, и это Natural Minor. И первым делом добавим инструмент, и первым нашим инструментом будет Flex. Вот он мне что-то моргает, что-то там обнови, добавь, но мы будем использовать исключительно стандартный пресетик, который называется вот так вот. Muted Statement. И первым делом нам нужно прописать на нем аккорды. Поскольку наш scale это G, то самым главным аккордом будет G minor. Добавим еще сверху. Но такого не было за историю канала, по-моему, ни разу. Кроме G, все аккорды будут мажорны. Следующий аккорд D-sharp major, то есть просто D-sharp, без... Неважно. Короче, это соль диез. Как отличается мажорный и минорный? Вот так. Малая терция, затем большая терция. Если сначала малая, потом большая, значит аккорд минорный. Если наоборот, мажорный. И следующим аккордом будет Fa, F, то есть. Давайте, наверное, вот это перенесем наверх. Во, отлично. И следующим аккордом тоже будет F. Окей. Вот наши 4 аккорда. Теперь нам нужно продублировать на 4 такта. И второй аккорд мы изменим. Это будет уже не D-sharp, а A-sharp. То есть ля диез. Сверху давайте добавим тут нотку еще одну. Ну вот эту D уберем. И здесь добавим тоже по одной нотке. И вот это уберем. С этим мы разобрались. Поднастроим немножко сам пресет. Нам нужны гармоники. Как-то так. И чуть-чуть сатурации. Капельку открутим, то есть вернем высоких частот cut-off фильтром. Теперь нам нужно это все дублировать, то есть клонировать сам флекс. Во втором флексе мы пропишем мелодию. Пресет тот же самый. И вот вторая мелодия будет довольно-таки сложной. Она звучать будет просто и интересно, но... Вот так. И вот так. Нет, вот так. Да, потому что тут тан получается, а нужно, чтобы тэрэн-тон, тэрэн-тон. Вот так было. Вот, типа такого. Уф, щит. И это... И это простая часть мелодии. Потом у нас один такт повторяется один в один также. И у нас уже другой аккорд, и поэтому мы добавляем вот так, но на октаву выше. Нет, слишком высоко. А, вот, фа надо будет. Да, вот оно. Это какой-то кошмар, а не мелодия. Слишком сложно, биты не должны быть такими сложными. Давайте сделаем быстренькую обработку, чтобы она зазвучала максимально красиво. Первым делом накинем, естественно, Fresh Air, потому что он тут просто напрашивается всеми силами. Включаем линк, да пофигу, 84%, почему нет? После этого ставим сразу же Valhalla Vintage Warp, и мы ставим пресет. Вот мне нравятся пресеты Hall, и здесь есть Snare Hall, вот, по-моему, вот этот. Да, вот. Он сам по себе прикольный, но еще мы сейчас подкрутим его немножко. Нам нужно в самом флексе подкрутить еще. И вибрат может чуть-чуть. Почти то, что нужно, ставим Proc U3. Так, центр стерео, настройка для меня стандартная, вот такая. Открутим центр полностью, добавим сайда. Вернем центр. Мне кажется, можно Fresh Air добавить. Вот так. Вот как-то так. И чтобы совсем это дичью не было, давайте отпилим немножко сайда. Включаем режим сайд, shape, low cut. Вот так. До. После. Но это просто небо и земля. И, возможно, мне показалось, но и в звучании, и в обложке Dream Garden есть какие-то такие ностальгические нотки, знаете. Вот у меня эти синты вызывают именно какие-то такие легкие ностальгические чувства. И теперь Pad Bass, вот этот сэмплик. EQ-шку подкрутим немного. Вот так и пропишем все нотки. Просто пропишем две нотки по 2 бара каждая, потом продлим их. Включаем слайд ноту. То есть здесь у нас D-sharp. А здесь у нас F. Продолжается F, потом G, потом снова F. Ну и в конце можно что-нибудь типа...
просто чтобы повеселее было. А скачать этот проект со всеми зарендеренными дорогами и миди-нотами и вообще всем-всем можно будет у меня в инсте, как только это видео наберет 3333 лайка. Я там выложу в ссылке в профиле, ссылка на мою инсту в описании, так что переходите, можете даже подписаться, я уж точно против не буду, если вы подпишетесь на мою инсту. Так что ставьте лайк, если вам нравится этот трек, эта мелодия или просто это видео, и уже очень скоро вы сможете скачать этот проект и поковыряться в нем самостоятельно. А биток, кстати, готовый, можно будет у меня на SoundCloud тоже по ссылке внизу послушать. Давайте продолжим. Добавим 808 басец вот такой. Это вот так. Потом F. Потом дублируем. И под конец переключимся на 1/3. Здесь пробум-бум будет. И не забываем включить для баса, конечно же, cut itself. Можно ему немножечко дать низких частот. Теперь у нас будет еще один инструмент, который будет из Harmless, то есть еще один звук. И это будет лид. Kieran Macar. Он будет играть что-то типа... Ладно, я больше не буду так делать, честное слово. Да, вот оно. И продлим немножко, и вот этот звук продлим посильнее. Вот. А, вот оно, вот. И этот звук сократим. Отправляем тоже на какой-нибудь третий канал микшера. Естественно, тоже начинаем с Fresh Air, потому что он просто необходим в таком звучании, чтобы делать все ярким и сочным. После этого ставим Valhalla Room. Нужно, чтобы вот типа так звучал этот звук, но не совсем. То есть, чтобы он был максимально широко и максимально далеко. Поэтому идем в пресеты Dark, Dark Medium Hall. Вот что-то типа такого. Вот, то, что нужно, то, что нужно. Теперь про Q3, естественно. Теперь убавим. И, естественно, нужно это все расширить. Например, с помощью A1 Stereo, бесплатный плагин, который я довольно давно уже использую. Но не сильно. Теперь переходим к моей следующей 300 Bucks Pain, потому что вторая мелодия, которая играет в куплете. Да, вот она. Тун-турун-тан. То есть тот же самый аккорд, только уже с D посередине. И, естественно, все эти нотки и аккорды, это все просто мое предположение, потому что я не знаю, как это все было прописано на самом деле. И вообще, всегда есть вероятность, что это был сэмпл в этом бите, и сам автор бита тоже не совсем знает, как это все прописано. И, естественно, все это совершенно без негатива и с уважением к сэмплам. И вот тут вот тоже аккорд F, но здесь G, потому что, чтобы такое более... джазовое, скажем так, звучание было. И сейчас мы сделаем микрофаршлаги еще здесь. То есть от D переход к C. И вот здесь вот с нотки G переход на F. Вот так вот. Они будут разного размера, чтобы этот прынг был эффект. Да, и вот эта нотка А здесь не нужна. О, да, вот она. Вот я сделал нотки покороче и... и немножко убавим сатурацию. Ну, если вы смотрите это видео, то вы по-любому в курсе, что у Флады скоро выйдет альбом. Я, конечно, не жду его прям так, чтобы сильно ждать, но как только он выйдет, я его сразу же послушаю, потому что, ну, послушать я его очень хочу. А вы ждете? И вообще, какие альбомы в этом году, в 2021, вы ждете? Потому что, я знаю, вот у Лукимина скоро альбом выходит, у Флады скоро альбом выходит. Ну, о каких-то прям громких релизах, которые запланированы на 2021 год, я не слышал. Если вы про такие знаете, и вообще, напишите, да, в комментариях, чего вы ждете в этом году из музла. Потому что мне тоже... хочется чего-нибудь ждать. Так, пока добавляем ударные. Кик у нас будет играть полностью по басу. Его давайте чуть подбустанем. Клэп. Самое сложное. Пум. Чим, пум. 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 Там. Просто Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. К нему в комплекте идет вот этот звук. Да. Давайте из первого звука удалим половинку вот так. И можно их чуть-чуть раскидать в стороны. Вот буквально капельку. Этот снэр будет играть... да, тун-тун-тун. Вот этот, типа немножко сбивающийся такой ритм снэра. И вот здесь вот... тун-тун-тун.
Теперь хай-хеты, они здесь вообще безумные. И самое главное, самое первое, что мы сделаем, крутанем shift, то что ебойность. В видосах про мелодии ебойность сама по себе уже присутствует. А чтобы в разборах была ебойность, нужно крутануть shift. Это очевидное, простое правило. Я удивляюсь, что еще не каждый его выучил на этом канале. И вообще, Влада, хватит выбирать такие сложные биты. Нам их потом на ютубе разбирать. Начало у них довольно простое. Вот так вот. Но потом начинается трэш. Вот здесь вот выбираем одну треть. Нажимаем Ctrl-U. Здесь снова одна треть. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Правой кнопкой мышки тянем громкость. Теперь идем сюда, ставим одну четверть. Сокращаем как-нибудь типа так. Ctrl-U. Потом снова простая пробежечка. Пробежечку дублируем сюда. Выбираем одну четверть. Берем какой-нибудь звук. Переносим его повыше. Нажимаем Ctrl-U и правой кнопкой мышки тянем вот так вот. И все было бы ничего, если бы было только это. Но нам еще нужно теперь дублировать этот хай-хет. Shift у него открутим уже. Реверсним его вдобавок. Он будет присутствовать вот здесь вот. А в конце 1/2. И вот здесь будет пробежечка. Ctrl-U. Можно повыше чуть-чуть. Такой вот звук там, вот такие хэты. Очень, блин, просто. Но звучит прикольно, согласен, звучит очень прикольно. Теперь давайте все это сбросим на микшер. Хай-хеты будут на одном канале. И еще совершенно не обязательно, но все-таки хочется накинуть Magic Switch на Pad Bass. И накинем на него параметрик еще. Вот так, по-моему, поприкольнее звучит. И чуть убавим. Обработаем быстренько ударные. На хэты мы накинем Ozone Major. Вот так, включим стереовайс. Потом эту же настройку мы перетащим на клэп. Вот как-то так. Почему бы не перетащить то же самое на снэр? Вот так, вот так. Снэр немножко убавим. И давайте ударные все соберем в один групповой канал. На него накинем J37 с моим, опять же, любимым пресетом. Накинем сюда капельку Pro-Q, обрежем чуть низ. Самый звон-звон приберем капельку. Это не всегда нужно делать. И соберем еще общий канал инструментов, на котором мы выпилим то, что мешает звучать нашим ударным. Во-первых, вот эту область. Сделаем динамик EQ. И небольшой динамик EQ вот в этом диапазоне. Теперь давайте займемся структурой Split by Channel. В Dream Garden во вступлении есть такой плавающий low-pass фильтр, и поэтому мы Love фильтр фруктовый вешаем на главный инструмент. Пресет Simple Low-Pass, Cut, правая кнопка Create Animation Clip, и сделаем такую маленькую штучку. Во-первых, сократим его вот до сюда, и открываем настройки клип автоматизации, включаем LFO, и давайте как-нибудь его настроим. Speed поменьше, Amount побольше, Tension примерно вот такой, чтобы было более-менее кругленько. Speed еще поменьше можно, вот так. Идеально, мне нравится. Теперь нужно сделать так, чтобы этот лав-фильтр работал не везде, поэтому жмем на Drive Add правой кнопкой мышки Create Automation Clip и делаем так, чтобы он был включен вот здесь и больше нигде пока не был включен. То, что нужно. Еще в этом треке есть вот тут довольно странный прием, где Pad Bass звучит совместно с 808 басом. Поэтому давайте мы возьмем 808 бас и сделаем от него сайдчейн на Pad Bass с помощью фрутилиметра. Теперь в сайдчейне уже на канале с Pad Bass выбираем вот здесь 808 и... Причем он звучит только половину паттерна, вот здесь он не звучит. И вот здесь начинается уже следующая часть вот с этим. И вот в самом конце у нас играет второй паттерн мелодии, лид и пэд бас, и с ним вместе играет 808 бас. Я не знаю, честно говоря, зачем, но так в оригинале. Теперь давайте вот эту штуку сделаем в нескольких местах. Например, вот здесь вот я хочу, чтобы она играла автоматизация low-pass фильтра. И вот здесь, наверное. Ну и вот здесь. И нужно везде расставить просто вот эти включалки нашего low-pass фильтра. И все будет окей. Вот такой получился биток. Мне кажется, в этот раз даже озон на мастере тут не нужен. И перед тем, как мы его послушаем, как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. Чтобы узнать о нем подробнее или заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании, на ВКонтакте или на Инстаграм. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео вам показалось интересным, капельку полезным или просто понравилось, то ставьте полностью заслуженный лайк. А если было неинтересно, бесполезно и вообще какая-то
это ерунда, но что поделать, ставьте дизлайк. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого просто дождитесь конца видео, либо нажмите на название канала. Если понравилось это видео, другие понравятся точно. И с вами был Стас Гарфпрод, пока, увидимся в следующем видео.